Итак, друзья, старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Wojtek Boczek объяснил, чем опасен Bluetooth на смартфоне и почему его нужно выключать. Ну, первое, это то, что он просто разряжает быстрее батарейку, предупредил разработчик. Ну, а вторая особенность, и наиболее такая опасная, если отключить режим обнаружения Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправить данные или выполнить соединение с телефоном. То есть есть, значит, злоумышленник, который специально через Bluetooth определенные вирусы запускает, чтобы взломать ваш телефон. Вот, особенно если он постоянно включен и находится в режиме поиска устройства. Он также сообщил, что хакеры, чтобы подключиться к телефону, сначала выясняют MAC-адрес адаптера Bluetooth. Если у пользователя выключены Bluetooth и функция обнаружения устройств, то такой телефон наиболее защищен. Также, друзья, вот такая вот новость. Ну, сейчас все ходят с этими беспроводными AirPods, да, и так далее, наушниками беспроводными, они подсоединены по Bluetooth, Bluetooth включен, и, возможно, сейчас это новый будет, как бы, новые взломы из-за этого. Также, друзья, будьте внимательны, всего доброго, всем пока, до свидания.